Эта война была одним из самых тяжелых испытаний, которые с честью выдержала наша страна. И в день ее начала, 22 июня, у мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне, собрались представители местной власти и духовенства. В этом году из-за антивирусных мер митинг памяти получился практически безлюдным. День памяти и скорби объединяет поколения. Это день памяти всего нашего народа. И сегодня с нами вместе скорбит вся Россия. 33 тысячи соликамцев ушли на фронт, половина из них домой не вернулись. Они пали смертью храбрых на полях сражений, умерли в госпиталях. На место ушедших на фронт пришли дети, подростки, женщины, старики. Они сделали все, что было необходимо для победы. Депутат Вальтер Пельс в своем выступлении подчеркнул, что нам, потомкам победителей, надо защищать историческую правду и уроки той войны от попыток переписать историю. Мы должны все это передавать будущим поколениям для того, чтобы неразрывность памяти оставалась, для того, чтобы будущие поколения также хранили память о тех событиях, чтобы у нас в России больше подобного не случалось. Затем слово предоставили протоиерею Геннадию Ромашову. Хотелось бы пожелать от всей души, чтобы никогда не было больше такой войны, которая унесла множество душ. И чтобы всегда было мирное небо над головой. И всегда была любовь друг к другу. После всех слов была объявлена минута молчания. Но потом собравшиеся возложили цветы к вечному огню и поклонились памяти всех жертв войны. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».